А мы продолжаем задавать вопросы телезрителей известным людям республики. В эфире нашего канала на ваши вопросы уже ответили художественный руководитель Русского драматического театра Сергей Левицкий, известный бизнесмен Денис Гармаев. Совсем скоро вы увидите новую серию. На этот раз героем передачи станет инструктор по вимбилдингу, секс-коучер Марина Гурко. Всем хорошего дня. Меня зовут Гурко Марина. Я руководитель женского клуба «Афродита». Я инструктор по интимному фитнесу в «Умфит» и «Вимбилдинг». А также я веду тренинги сексуального образования для женщин. Я предлагаю задать вам все интересующие вас вопросы, потому что в пятницу в программе «7 вопросов» я отвечу на самые интересные из них. Вопросы вы можете задавать ВКонтакте, в Инстаграм, в Фейсбуке, а также на сайте программы. До встречи в пятницу! Напоминаю, вопросы принимаются до 22:00 4 августа.